сорт острого перца Фиджан Бонго. Это еще одна разновидность хабанера. Такой хабанера красного цвета, который выдает громадные стрючки неимоверных размеров. Вот посмотрите, размеры этих стрючков просто гигантские. Вот такие вот стрючки здоровенные. Сегодня 7 октября. Очень много дождей. И вот от дождей он начал напитываться и его начало разрывать. Он начал трескаться. Острота такого перчика от 300 до 400 тысяч сковелей. Высота куста может достигать от 80 сантиметров до 1,5 метров. Очень высокоурожайный, очень большое количество плодов у него. Срок созревания такого перца 120 дней. Смотрите, какие перцы. Просто невероятно. Сейчас сорву, покажу. У меня рука не маленькая. Посмотрите, какой он в руке. Сейчас я сорву еще. Вот такие вот перцы. Гляньте, какой размер у них. И от избытка влаги их начало разрывать. Начали наливаться соком. Очень вкусный. Пряно-фруктовый аромат у этих плодов. Вот такие вот они помятые, ребристые и очень вкусные. Этот сорт можно выращивать у себя на подоконнике. Если выращивать его в горшке, у него высота будет в пределах 30-40 сантиметров. У меня здесь высота кустика не превышает вот до развилочки, ну, сантиметров где-то 25. И у вас будут вот такие вот шикарные, крупные, неимоверные плоды, вкуснейшие. Вот смотрите, какая красота.